Итак, доброго дня. Александр Хазард. И Александр Мартыненко. С 14 февраля мы представляем тур, который будет состоять из 14 шоу, который закончится 14 мая. В нем будет ходить два ОПДРа, которые будут проходить 23 апреля и 9 мая. Один университет, остальные все мероприятия будут проходить в учебных заведениях города Гомеля, это школах и училищах. Важным моментом хочу сказать всех этих 14 мероприятий, то, что состоится специальный турнир за кубок по версии New Belarus Pro Wrestling. Суть в том, что два наших участника будут состязаться за этот кубок по следующей схеме. Два участника в течение 14 шоу будут состязаться друг с другом, и по количеству побед будет определен чемпион, обладатель этого кубка на финальном 14 мероприятии. Также хочу добавить, что все матчи будут проходить по правилам 2 победы из 3. Мероприятия начинаются каждую субботу в 6 часов вечера, начиная с 20 февраля и заканчивая 14 мая 2016 года в городе Гомеле. Так что следите за новостями в нашей основной группе ВКонтакте.